Если люди уходят, то значит, у нас не совпали цели. Так бывает. Бессмысленно жалок любой протест. Все, что нам остается, проститься, не дав себя обесценить, и заполнить тишину опустевших мест. Когда люди уходят цинично, решительно и надменно, превращаясь небрежным движением в неродных, смысл даже не в том, чтобы поскорее найти им замену. Смысл в том, чтобы напрячься и смочь обойтись без них. Чтобы душа стала сильной, а нервы и хватка почти стальными. Чтоб не верить ни в самообман, ни в чужую ложь. Если люди уходят, то я никогда не бегу за ними. Так что с Богом. Надеюсь, ты знаешь, куда идешь.